красотища. Место вообще такое незаметное очень. Не, ну люди тут бывают, конечно. Но посмотрим, может быть, здесь все-таки будет что-то клевать. Вроде малька много так возле берега. Место интересное. В общем, поймал я маленького подлещика. И мне создается впечатление, что я даже не вижу, как они клюют. Настолько мелкие. Что-то там подергивает, подергивает. Там удочка еле-еле шевелится. Ну, ладно. Хоть что-то клюнуло. Правда, я тянул все равно наугад. Потому что было непонятно. То ли клюет, то ли не клюет, то ли течение потянуло. Такие еле заметные, в общем, поклевки. Ну, замечательно, я поймал пескаря. Откуда они тут берутся, я вообще не понимаю. Не понимаю, в чем прикол этих мест. Вроде речка как речка, удочки как удочки, черви как черви, но ловится очень плохо. Поймал вот одного пескарика и одного подлещика за где-то, ну, часа за два, наверное. Все-таки рыба предпочитает другие места. Здесь довольно мелко. Ну, может быть, глубина метра полтора-два где-то. Но все равно рыбы должно быть побольше. А здесь ее, ну, мало. Редкие поклевки. Так. Не впечатляет, в общем. Ну, попробуем походить на удочку, половить. Вон донки стоят. Слабые-слабые поклевки бывают, и то не часто. Вот она, красавица. Ну, а что делать? Сейчас вообще больше ничего не клюет. Я не знаю. Может быть, хоть селялок половлю. Вот она. Ну, раз ничего больше ловить не умеем. Еще место вроде нашел. Там-то... Вот там я стоял, вообще ни одной поклевки даже... Даже на такой глубине ничего не клевало. Еще одна селедочка. Ладно, хоть так. И еще одна. В общем, очень неплохое место. Если вот так поставить сюда две донки, вот здесь поставить кормушку с хлебом, там, я не знаю, с каким-нибудь, с какой-нибудь перловкой, то, в принципе, можно хорошо половить с утра, допустим. Ой, кто ко мне тут приполз?